Чем? Всем. Сидишь? Сиду. Всем приветики! С вами канал Art Money. Сегодня мы с Димочкой будем готовить ужин и одновременно болтать с вами. Сегодня Димочка тоже будет помогать. Димочка будет чистить два яичка перепелиных, вот таких вот. Да? Давай, да. Чисти пока. Это ты будешь их себе чистить. Вот. Сегодня у нас также будет шашлык из крылышек. Они у нас маринуются сейчас. Это будет отдельный рецепт, отдельное видео будет, как я его делала, что туда добавляла, все отдельно. Сейчас мы будем с вами просто готовить, пока они у меня маринуются, будем готовить с вами салатик. У нас будет сегодня мясо и салат. Ну и потом, может быть, еще бутербродик с маслицем. Вот, посмотрим. Все у меня уже здесь мытое. Перчик, все мытое. И сейчас мы с вами почистим огурчик сначала. Да? Вот, ремонт у нас идет. Уже начинает подходить к концу. Сюда клади. Не сюда, да, вот. Вот, начинает уже ремонт подходить к концу, наконец-то. Я очень долго этого ждала, когда же уже ремонт подойдет к концу, потому что, ну, правда, устаешь. Очень устаешь. Больше всего устаешь то, что как бы мастера ждать приходится. То есть он обещает прийти в 10, приходит в 11-12, порой вообще не приходит. Один раз прислал смс-ку «Я в пути», через час приходит сообщение «Я не это, кого-то там жду друга», и потом приходит смс-ка через 4 часа «Ой, я не приду». То есть, блин, вот это вот обидно. Ждешь человека, не можешь в итоге никуда не выйти, ничего. И он вот так поступает. Соседка ушла. Соседка ушла. Вот, то есть это обидно, очень тяжело на самом деле ждать кого-то, все время сидишь, ждешь. Так, ну тебе, чуть-чуть себе, а это на завтра. Вот, очень ждать тяжело на самом деле. Все? Все, почистили. Ну все, ты можешь теперь просто сидеть, да? Да. И смотреть, как мама режет. Тяжело еще, конечно, устаешь от звуков. Сейчас вот ставят двери, и так такие звуки очень, очень громкие. Ну, уже поставили три двери. Три, что ли? А, да, три двери поставили, еще две осталось. Надеюсь, что за завтра мастер у нас закончит. Уже наконец-то придет наш мастер, ему осталось уже, конечно, совсем немножечко делать. Вроде как, казалось бы. Ну, посмотрим. Что там, как будет. Так, тебе я делаю, конечно, салатиком. Диме я больше делаю, чтобы он мог брать руками, потому что ему больше нравится так. Да? Вот. Сейчас мы особо никуда не гуляем, не выходим. В основном дома. И, конечно, вы видите, что видеоролики у нас стали полностью домашние, потому что, ну, вот я говорила, за этого мастера мы не можем выйти. Мы сидим просто по полдня и ждем его. То есть, ну, блин, получается вот так вот. Если у меня получается, допустим, выйти, ребенок у бабушки находится, я выхожу. Но, опять же, получаются такие моменты, что все равно ждешь. Все равно там выходной, то есть, и ждешь мастера. Я приду, и... Тишина. То есть получается вот так у нас. Поэтому я очень вас прошу потерпеть. Осталось совсем уже чуть-чуть. Совсем немножечко осталось. У нас будет чистенький наконец-то ремонт. Конечно же, видеоролики улучшатся. Что тебе не надо, огурца? Не буду это курить. Ты будешь курить? Да. Будешь его жевать сейчас? Давайте мы сейчас кушаем. Так, помидорочки. Ремонт — это всегда, наверное, очень тяжело. Тяжело находиться в квартире с чужим человеком. То есть мне жарко, мне хочется раздеться, мне хочется походить в майке, там, в шортах, например, да. А я сделать это не могу, потому что там майка. Как бы сделать этого не могу, потому что там чужой человек, да, чужой мастер, я же не могу при мастере ходить там в шортах раздетая, ну, что-то как-то, правда, не очень это будет хорошо смотреться, все-таки он мужчина,
И как бы мы вдвоем здесь, ну, с сыном втроем, да? То есть это неправильно. Все равно. Так, помидорку себе. Ну, короче, вот так вот мы живем. Сложно, конечно, идет уже у нас ремонт. Начался с конца января, недели до Нового года оставалось. Я уже, в принципе, об этом говорила. У нас начался ремонт. То есть уже январь, февраль, сейчас у нас середина марта. Сейчас середина марта у нас, и вот еще ремонт пока что идет. Пока что идет еще. Ой, что-то я себе не так. Себе любимый, как же так. Не пойми как. Вот. Зато, кстати, красиво становится. Так вот, помоешь полы, свой линолеум там. То есть мы как въехали сюда, вот здесь был ремонт предыдущих соседей. У нас не было денег его сделать. Новый ремонт. Старые обои, какие-то грязные обои, странные. Видать, там в некоторых местах какие-то подтеки, как будто они шампанское. Так подергали, открыли, оно там на все обои. И так вроде типа, а, ладно, потом помоем. Кстати, они моющиеся. Я как-то раз хотела приклеить свои картины на обои. И думаю, надо их помыть. Начала мыть, там столько грязи. У меня потом, после того, когда я помыла обои, все отмыла их. Они так блестели классно. Сразу такой оттеночек такой перламутровый появился. Сразу такие они красивые стали. Такой прям классный. Цветочки красивые. Угу. Не опрокинь их только. Ну, так он. Утром у нас обязательно идет музыка, то есть Дима у нас танцует обязательно. Вот, без этого, конечно, никак, привыкаешь все равно. Это я себе чуть-чуть нарезала, кстати, могла и так съесть, ну ладно. Заболталась с вами, так. Ребенку делаем просто вот так вот. Кстати, очень полезные вот эти вот штучечки. У них тоже какие-то есть витамины. Но я всегда, в принципе, это знала. Но мне всегда старались родители сказать, что, Наташ, ты не права, их надо срезать. А я всегда родителям в детстве говорила, нет, их надо есть. Там они все равно какая-то польза есть. Так, все. Что мы еще с тобой там добавляем там? Не знаю. А, лучок еще. Димочка очень любит у нас лучок, да? Да, зайка? Чок. Лучок. Чок. Это вот маме. Вот себе. Диме. Займ, Диме, да. Диме. Я взял лучок. Так, нельзя тебе лучок? Нет. Че так? И взял мне лучок. Или что ты? Петрушка. Петрушку я люблю. А, еще зелень у нас, да. Будет вкусный салат. Себе. Будет вкусный и вкусный салат. Угу. Ты себе так. Это мне. Попробую. А, холодная. Ну-ка, это не классно. Что еще в нашей жизни происходит интересного? Дима ходит по выходным к бабушке. Я сижу с мастером иногда. Вот я говорила, выйти не могу. Потому что мне приходится полдня его ждать. А потом уже наступает вечер. И мне уже никуда не хочется идти. Что-то вроде вот планируешь. Думаешь, ну сейчас мастер придет. И мы с вами пойдем куда-нибудь в Макдональдс, KFC, вот я хотела сходить. Все, думаю, сейчас он придет, ждешь его, ждешь, уже
никуда не хочется, уже наступает вечер, солнышко пропадает, уже все. Блин, не знаю, как-то я это так и не собралась. Обещала, обещала вам, сижу, монтирую ролик и понимаю, что я вам обещала пойти там куда-то. И понимаю, что я до сих пор так и не сходила. Вот, в прошлые выходные мы там встречались с подружкой, гуляли, я познакомилась с девочкой. Вот. Ну, наверное, в следующий раз, она сказала, нужно было сразу нам просто встретиться именно около ЖД вокзала, чтобы пойти туда в КФС, пойти в торговый центр. Но я думала, мы дойдем пешком, а я не знала, что она не любит много ходить. Вот, я не могу, допустим, долго стоять, у меня спина болит, а она не любит долго ходить, то есть я этого не знала. Вот, и, соответственно, мы не дошли. Кстати, еще такая зеленушечка есть. Шпинат, что ли, по-моему, я не помню. Дима его любит очень. Что-то там накрашено. Не знаю, это что такое? Не знаю, тебе виднее, наверное. Вот сюда мы кладем листочки вот эти вот. Вот. Ну и себе, конечно, тоже они полезные. Много витаминов. Вот, посидели с девочкой с этой в пекарне, побыли, пообщались. Мы общались по телефону, с ней очень весело общаться. Можно посмеяться всегда. Ну, в принципе, то именно то, что я и люблю. Когда ты, то есть, смешишь человека, он как бы тоже смеется. Не просто там молчит в трубку в недоумении, а типа, что происходит, Дим, руки грязные? Чистые. Откуда ты чистые? Ты даже не мыл их еще. Так. Дима, я что сказала? Ты не слышишь маму? Так. Листочки я положила. Так, у Димы будет просто так вот, ну, как какие-то овощи просто наложенные. Вот, а у меня будет с майонезом. Майонезом, так. Все так много, то и листочков кладешь. Тебе сейчас положу еще, хочешь? И кашу. Жи. Тебе же понравились листочки? Понравились. Жи. И кашу я есть чашки. Как не хочешь, их надо кушать, они полезные. Вот. Покушали с ней, у нее не было денег, поэтому я ее угощала. В следующий раз она сказала, что она будет угощать меня, но, честно говоря, я не люблю вот так вот. Когда меня кто-то угощает, мне все время кажется, что я просто этому человеку что-то должна. Вот это вот чувство меня не покидает, я не знаю, не могу я так. Как бы я понимаю, что я ее уже угостила, то есть, ну, как бы для меня это норма. Ну вот, что теперь как бы она должна это сделать? Я как не по себе, если честно. Говорит, я тоже, говорит, тебя угощу, но она такой прям пирожочек там выбрала самый дорогой, самый такой это. Подумала, блин, что ж такое. А у меня там на карте денег уже оставалось мало. Вот. И думаю, типа так, ну ладно, ничего не скажу. Ладно. Пусть так будет. Вот. Не трогай, Дима. Вот, ну, мы общаемся с ней дальше, еще будем дальше видеться, гулять вместе, встречаться. А когда я вам ее покажу, я даже пока еще не знаю, как она скажет. Я еще с ней на эту тему не говорила. Она знает, что я блогер, что я снимаю, она все это знает. Но она не спрашивала название моего канала. Скорее всего, ей будет просто некогда его смотреть, не знаю. Может быть, она ждет, что я скажу сама, но, честно говоря, я лично для себя решила, что... А будет гораздо лучше, если я никому не буду говорить название канала. То есть, если человеку, в принципе, это неинтересно, не нужно, вы познакомились с человеком, ему скажете, ой, вот ты знаешь, я буду, вот тебе мой канал, на, подпишись, Дима. Запей нормально уже. Вот, то есть, это будет уже как-то не очень, это будет не то. Когда вот человек именно вот у вас попросит, там, а дай-ка свой канал, там, ой, я там YouTube смотрю, а дай-ка свой канал, давай там вроде это что-нибудь там. Это. Ну, когда именно вот человек попросит, это одно. То есть, не знаю, мне кажется, надо давать тогда, когда человек попросит. Когда он будет готов смотреть ваш канал. Вот. Короче, так вот. Сколько мы с вами уже наболтали. Сейчас мы будем уже с Зимочкой дальше готовить.
Я, кстати, попки всегда у перчика вот так вот срезаю. У нас уже... А, у нас темнеет. Ну, вроде у вас нормально еще. Темнеет, да. А, я не люблю эти семена. Темнеет, да. Уже у нас вечер. Сегодня мастер целый день ставил двери. Ну, как-то нормально так. Он копошится там втихаря, копошится. Вот. Сначала мне было страшно, как снова чужой человек приходит. Пришел еще добавок наш мастер. Все посмотрел, что как. Пообсуждал с ним, задал кучу вопросов, что как, когда будет готово, какие двери ставить первые. И, честно говоря, я после этого как-то так даже подуспокоилась, что все будет хорошо, все супер, наш мастер пришел, посмотрел, ну, как-то мне прям добавил успокоение. Вот. Какая-то, как будто бы защита какая-то, что мы тут вот будем одни, как-то чужой человек все-таки немножко страшновато. Мне так сразу стало спокойненько, так хорошо сразу на душе. Тут водой засох. Да. Вот. Такие вот у нас дела. Ничего такого особо нового нет, ничего интересного у нас в жизни не происходит сейчас. Потому что торчим дома, сидим дома. Сегодня смотрела погоду, у нас минус один, оказывается. Сегодня звонила подружке, я говорю, а что там на улице тепло? Они живут в частном доме. Я говорю, что на улице тепло? Она, да, говорит, тепло. Я говорю, слушай, говорю, а что ты, говорю, в прошлый раз, мы когда с тобой встречались, ты пришла в легкой курточке, а я как не знаю кто, пришла просто в зимней куртке, шарфом обмотанная, шапка зимняя, то есть, блин, у меня было тепло, кстати, не жарко, нормально. Она говорит, Наташа, говорит, вообще-то было на улице очень тепло. Я говорю, блин, говорю, почему ты мне об этом не сказала? Я была как не знаю кто. Вот. Ну, я смотрю, все уже ходят без шапок, ну, я думаю, блин, ну, лежит же еще снег. Ну, значит, холодно все-таки еще. Вот. И как-то было немножечко вот обидно. Говорит, я представляю, если ты летом мы с тобой встретимся, а ты придешь в шапке и в шубе. Говорит, будет как-то странно очень смотреться. Там у нас сейчас написано минус один или плюс один. По-моему, как-то температура просто один написана, сейчас не помню. Но там продолжает лежать снег, то есть кажется визуально, как будто там очень холодно. Но я вижу, что люди ходят без шапок, это для меня как-то необычно. Вроде лежит снег, и люди без шапок. Мне хочется, наоборот, одеться тепло, прям тепло. То есть снег особо не видно, что он тает, не видно, по-моему, даже ручейков. Да, их вообще нету. Вообще нет никаких ручейков. То есть кажется, как будто минус 20 там на улице. То есть, блин, как, знаете, в этом году какая-то погода такая нестандартная. Даже вот в этом году было, знаете, как шел дождь. На газуке. Шел дождь, то есть был мороз, по-моему. А, нет, был гололед, шел дождь, и было довольно так прохладненько, что в какой-то там день я как раз снимала. Вышла на улицу, да, гололед, дождь и что-то еще было, не помню. Или все, что ли, ветер. А, ветер, по-моему, да? Да. По-моему, ветер, что ли, был. То есть для меня это было больше всего необычно. То есть идет дождь и гололед, представляете, гололед. То есть это, блин, это ужасно. Так, мы с вами заканчиваем. Наверное, сколько там у нас? 20 минут с вами болтаем. Вот, опять меня прям растянуло, хотя мне кажется, что-то немножечко маловатенько. Давайте сейчас посмотрим, что у нас тут с вами получается. Вот. Что у нас остались. Сейчас я эти докушаю. У Димы там яичко, все такое, салатик. У меня вот такой получился. И будет отдельный ролик, видео, вернее, как я буду делать вот эти вот крылышки. Вот с такой вот вкусняшечкой. Вот, мы с вами ее уже использовали. Это будет отдельное видео. А в конце, наверное, в конце ролика сейчас еще маленький я ставлю видосик, где все это у нас будет с вами наложено. И мы с вами тогда уже попрощаемся. У вас как раз это будет через одну секундочку, а у нас это будет часа через полтора, наверное. Посмотрим. Короче, мы сели кушать с Димой. Время у нас уже 7:30, уже 8 часов доходит. Дима спать хочет. Поэтому сели кушать. Вот так вот у нас кушает Дима. Вот, да? Кушает Дима. Что ты там выискиваешь? Выискиваешь, а? Я выискиваю. А что ты делаешь? Усказку. Mm.
нарисовал вот это. Ты то даешь сначала, потом тебе оливки. Оливки, да, не? Забыли по вот это. Я же скорее сейчас мясо подавать буду. Ту лет. Ту спать.